Приветствую уважаемых подписчиков и зрителей нашего канала. На этот раз основу афоризмов и цитат в этом ролике составят афоризмы и цитаты Юрия Никитина. Афоризмы и цитаты, скажу прямо откуда, из его цикла «Трое из леса». Но я уже говорил, они у него достаточно своеобразные, но, на мой взгляд, от этого не становятся менее интересными. Ну и с вашего позволения я начну. Дурость и доброта лишь с виду схожи. Даже маленькие гадючки валят с ног быку. Важнее смотреть в одном направлении, чем друг на друга. Следующее лучше зачитаю. Всякий, кто с бабой связывается, дурень. Редкостный, стаиросовый, наморощенный, круглый, непуганный. Волчий юмор только волкам ясен. Доблесть переведется, если не напоминать людям, что она еще есть на свете. Худая харя зеркало не любит. Хорошая песня сразу разносится по всему свету. Следующее лучше зачитаю. Боги управляют слабыми. Их с каждым поколением все больше, а до сильных у них руки не дотягиваются. Следующее тоже лучше зачитаю. Кто кому нужнее, Бог для людей или люди для Бога? А без них для кого он будет Богом? Боги знают, что он слабак, а со слабого какие клятвы? Береженного свои боги берегут, а чужие не трогают. Другу бы объяснили, а рабу лишь приказывают. Наибольшее зло от тех, кто гребет не для себя, а для других. Дурацкий мир, в котором живем, в другом давно бы прибили. Следующее тоже лучше зачитаю. У них другой взгляд на мир. Это не восточный фатализм, мол, от судьбы не скроешься, и в мышиной норке, но и не западная страсть рассчитывать каждый шаг на 100 полетов стрелы. Они часто ориентируются на авось, загадочнейшее свойство, которое их постоянно спасает. Наши дешифраторы заняты дни и ночи, пытаясь понять колдовской смысл во фразах «Авось не Бог, но полбога есть». Наше авось не с дуба сорвалось. Авось после Бога первое. Но пока новые ценности ускользают от понимания. Упорным да упрямым боги помогают. Следующее тоже лучше зачитают. Только мудрый знает, что ежели задумал выполнить дело за месяц, клади два. Ежели задумал перейти две реки, то придется перейти пять. Если думаешь обойтись одним зубом, то выбьют челюсть. Всяк говорит, что ежели бы ведал, как будет трудно, то и не брался бы. К счастью, человеку не дано видеть будущее. Знать будущее, я только надеюсь на него, а знать не хочу. Следующее тоже лучше зачитаю. У него все через задницу, сказал мрак с отвращением. Сперва трудное, а потом пустячки начинает понимать. По правде сказать простое, самое трудное, даже я знаю. Сперва Олег горными хребтами двигал, потом едва щепку будет передвигать. Чем больше знаешь, чем меньше можешь. Сила уму могила, нет ум силе могилы. На этом сегодня закончу. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных заставках.